Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Cars for Sale Simulator. И сегодня у нас замечательный день. Мы будем продавать машинки. Выставляем на продажу. Так, веб-страница. Какие у нас есть? Они мне все не продаются. За 21 тысячу я покупал. Хорошо. Следующее. 180 тысяч, минимум 1400 бы я ее продал. Хорошо, все машинки у меня на продаже. Блин, мне вот эту не хочется продавать. Она у меня куплена на аукционе, кстати. О, как быстро моет, смотри, тачку. Ой, ночь наступила, как не вовремя. Ну ладно. Где у нас здесь планшет? Снимаем с продажи вот эту вот дорогую тачку. Блин, это недорогая. А где у меня дорогая? Самая первая, что ли, была? Нет. Она у меня посерединке стоит. Ага, убрать с продажи. Нахер. Поехали. Ёк-макарёк, врезался. Засмотрелся на клавиатуру, чтобы включить дальний свет. Ну, бывает, ничего страшного. Главное ее не... вообще не разбить. И все будет хорошо. Так, где у меня дом? Ладно, мы в контейнер заедем, знаешь почему? Потому что просто тупо это все ближе, чем мне искать, где мой там дом. Ладно. Сейчас мы ее немножечко отремонтируем, ничего страшного. Поехали. В офис. О, автомобильный рынок сегодня открыт. Я даже сейчас заеду на автомобильный рынок. Посмотрю, что там продается. У меня 1 000 000 рублей есть. Поэтому... Тихо. Опа! Ай-яй-яй-яй. Хорошо, что это не прорисованы так. Эти самые. А где автомобильный рынок? Я не понял. В другой части города, что ли? Ладно. Едем. А, у меня там уже покупатели приехали. Ну ладно, ничего страшного. Мне нужно срочно на автомобильный рынок. А вот он. Вот он, рыночек. Ну нифига, валуны какие. Я не видел раньше их здесь. Все. Выходим. Смотрим, что... Ой, какой красавец, слушай. Это бомбический автомобиль. А сколько ж ты стоишь, слушай? 13 тысяч, это подарок, цена. Торговаться за 10. За 10, я думаю, он продаст нам. За 10 тысяч, бери. Мне оно не интересно. Иди нафиг. Дешевая машина какая-то оказалась. И она еще не хочет ее торговаться. Во, я не знаю, как она называется. Давай ее купим. Какая цена? 52, а торговаться за 44. Почему-то я так подумал. Хочу за 44, почему бы и нет. Есть. Мы очень дешево продали тачку. Отправляем ее домой. Ох ты, какой. Это же что у нас получается? Шестерка, что ли? А ну, подожди, сколько стоит? Сейчас по цене я сразу догадаюсь. Ни хрена себе, 184. Торговаться за 144 давай. У меня сегодня одни четверки. Ага, не хочет. Давай тогда изменим. За 100. За 155. Да. За 155 тысяч он нам продал ее. Отправляем ее также. Подальше. И вот этот у нас на аукционе автомобильчик будет куплен, если цена будет нормальная. За 16. Нет, это очень дешево. Не нафиг. Почему я не покупаю дешевые машины? Потому что, может быть, этот Кадиллак? Потому что на них не особо сильно заработаешь. 78, а торговаться за 60. Угу. За 60? А, неинтересно, да? Давай за 65, почему бы нет.
Ага. За 65 он нам ее продал, и мы ее также отправляем на эвакуаторе. И остается, ну, либо вот эта тачка, я не знаю, мне кажется, она дешевая будет. Ага, за 13 нет. Я так и подумал. Вот это может быть еще. Ну, здесь на рынке-то и особо-то ничего и не купишь. Нормально, за 82, давай за 70. За 66. Есть. Мы купили за 66. Всего-то. Отправляем ее в ремонт. Угу. Это будет удобнее. Правильно. Давай, проезжай быстрее. Сейчас сократим здесь путь. Опа! Нифига здесь неровная чуть дорога. О, нет! Тачка повреждена чуть-чуть. Ладно. О, а здесь равнина, смотри какая. Мы поедем лучше по равнине. Самая дорогая машинка, а я ее уже два раза ударил. Это не очень хорошо. Вот мой офис. Едем прямиком в офис продавать тачки. Опа, тут уже покупатели, смотри. Ну ладно, сейчас я быстренько припаркуюсь. Алло. Я не думаю, что вы уйдете куда-нибудь. Ну давай с тебя начнем. Один ушел уже. 36 покупали. За 38. Дурочка, что ли? Давай за... Ну давай за 46 тысяч. За 46 тысяч продадим, да и все. А, смотри, иди нахер. Дорогой. А ты за сколько хочешь? Быстрее думай. За 40. Вот это уже примерно. Давай за 45. За 45, если купишь, ты будешь молодцом. Есть! Иди нафиг. Нет у тебя денег, поэтому. Зачем ты вообще сюда пришла, если у тебя денег нет? 34. Не покупал за 21. Торганемся за 37. 37 тысяч. И она твоя. Тачка мечты. Покупай быстрей. Есть. Куплено. Садимся в машинки. Сейчас быстренько их красиво поставим. Одна есть. У меня еще одна тачка, кстати, стоит в ремонте. Надо ее тоже забрать. А, все, вот здесь твое место. Следующая машиночка, третья. Ух, мы сегодня заработаем денег. Так, сесть в машину. Также сдаем назад сразу же. Блин, только я ничего не вижу почему-то. Опа, врезался, да? Автомобильный рынок. Ладно, мы сейчас ее сюда поставим аккуратненько. Вот, напротив этих тачек. Круто. Что, она у нас грязная, наверное, да? Да, очень грязная машина. Сейчас мы ее отмоем. Так, где-то еще грязь. А, вот здесь еще. Блин, смотри. А где еще грязь? Я не пойму. Машина. А, вот здесь еще. А есть. Так, а этот у меня чистый? Нет, этот грязный. Смотри, чем дороже машина, тем она быстрее моется. Все. А это быстро будет мыться? Да, смотри. Если недорогая машинка, ее долго моешь. Какие-то искры пошли. Где? Где? Вот еще. И сзади поди. Крышу мыли? Ладно. Не суть. Ну, вот здесь еще. Ё-моё, где грязь? А, все помыли. Побольше опыта наберем. О, все, автомобиль помыт. Отправляемся в автомастерскую. Вот она, машиночка моя. Мы ее сейчас тоже так тут же помоем. Давай сразу отремонтируем. За 660 рублей. Пока она у меня в ремонте, мы ее помоем со всех сторон.
Все, автомобиль помыт. А нет, мы сейчас даже выставим машинки пока на продажу. Будем продавать. Так, одна у меня не в офисе, ну понятно. Вот это вообще дорогая тачка. Мне нужно хотя бы вернуть мои деньги. Что у нас там по счетам? Я же кредит как-то брал в банке. Нет, кредитов нету. Имеются неоплаченные счета. Оплатите все счета, чтобы получить деньги. Ага, где? Счет откроем. Смотри, у меня все чисто. Не понимаю, какие счета? Опыт. Одно очко навыка. Угу. А здесь все по 2 очка. Не получается у меня. Ладно. Отправляемся домой. Эту тачку выставляем. Нет! Блин, я не нажал ни на ту педаль. Весь ремонт на смарку. Как же жаль. Ой. Почем? Конечно, она сейчас не будет покупать дорого. А, за 105. А ну-ка, торгуемся. В смысле? За 115 тысяч, так как я ее ударил, я ее по дешевке продам. Есть, прикинь, она у меня была ударенная, и она ее купила. Как хорошо. Так, ту машину я пока не буду продавать. Блин, классно, эта машина не продается. Круто. Ну что ж, ребята, большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Если вам понравился ролик, обязательно поставьте лайк. Пока-пока.